Ваня, по-моему, это ты проиграл. 1000 сундуков, серьезно? Ого! Как тебе 3079? Ребят, я второй раз уже перезаписываюсь. А я с первого дубля пилю. Записываю этот момент, я не могу сдержаться от его ого-го-го. Сорян. Херовый с меня актер, ладно. Ну, он увидел 3000 сундуков, вы поняли, да? И это реакция холдика. Смотрим дальше. Опять показал. Ого, как это? Ёшки-рубушки, чё? Он запилил прошлый видос, чтобы увидеть мою реакцию. Этот видос я пилю, чтобы увидеть его реакцию и вашу реакцию. Свое ощущение от этой дичи напишите в комментариях. У нас был батл касательно... 3000 сундуков, чё это? Рекорд, наверное. Чужой, наверное. Есть у меня одна идея. Я, короче, на полгодика сейчас отлучусь. Ну, вы для вас буквально пройдет момент, мгновение, потому что в монтаже я все склею, вам не придется ждать полгода. Ну, я отлучусь. Буквально на полгодика. Поехали. Оп! И все! Все, до свидос! До свидос! Воу! Вы, кстати, наверное, сейчас подумали. Да это монтаж. Нет, фотошоп. Нет, это приватный сервер. Нет, нет. Нет! Это нафармлено 9000 боксов. Но! Все! Конечно же, конечно. До свидос! Серега показал не свой результат, как и я порофлил и в прошлом ролике. Я вам показал 1000 боксов на своем аккаунте, которые были нафармлены за один день. Парень на ютубе. Ладно, вы наверняка это видели. Ролик у него называется «Ты никогда не перебьешь этот рекорд 9000 сундуков». Ваня, ну что ж, давай я тоже отлучусь на пару сек, не на полгода, просто пару сек, и мы посмотрим, так ли это. А ну? Бам! Ба-ба-ба-бам! Серьезно, вот по поводу скорости. Так, друзья... Я предлагаю прервать эту цепочку и остановиться. Серега, остановись! Если честно, я хотел запилить ролик 50 тысяч сундуков. Да господи, мы можем рисовать их до бесконечности. Но все, я считаю, что я это начал, я это и закончу. Эти пранки с этим разводом на... Ну, понятное дело, что уже понятно, что мы кликбейтим и дорисовываем эти сундуки в монтажах и уже... Не, ну на самом деле 10 тысяч сундуков я реально показывал. Но, короче, Серега в своем ролике призвал меня фармить 10 тысяч сундуков. Адекватен ли он был этот момент, я не гарантирую, ребята. Все может быть. У него как-никак, он потерял очень много воды. Вы видели, какое у него лицо стало? Какое он, ну, он занимался 3 месяца там, на диете был, мало ли что. Может, какой-то, ну, сбой произошел в организме, и вот он толкает такие дикие идеи. Серега, смотри. Давай для начала закончим тот проект, который мы с тобой начали. Шутки шутками, а у меня уже 400 боксов на проекте «Путь сундуков». Я сейчас пойду их дофармлю. Одного бокса не хватает, поэтому с твоего позволения я возьму розочку, да? Возьму розочку, пойду в ШД и буду тебе рассказывать по поводу твоего нового проекта, который ты предложил. Ну, не проекта, а челленджа, который ты мне кинул. Короче, братва, Серега меня призвал фармить 10! Тысяч сундуков! Блин, я не знаю, тренер не уследил, что ли, где-то штанга пережала. 10 тысяч сундуков! Но, вы удивитесь, может, я где-то об угол двери ударился, но я этот челлендж принимаю. Ребзи, давайте так, если вы поддерживаете такую безумную идею, поставьте лайк и подпишитесь. Но! Очень важно дослушать меня до конца, и я хочу прояснить большущие нюансы по поводу этого вызова. Смотри, Сергей Аурум, Серега, на самом деле задумка очень классная. Я думаю, что это будет интересно, но есть одна проблема. Блин, ну это ты будешь говорить, да все, отмазывайся, понятно, отмазывайся. Но правда, вот говорю как есть. Я принимаю вызов, но я буду фармить и не тратить сундуки, но при этом я вряд ли буду делать акцент на гонку, гонку того, кто быстрее дофармит эти боксы. Ну, то есть ты или я, то есть мне как-то будет без разницы, если честно, потому что я на основном аккаунте не задрочу. Я любитель больше новые проекты создавать, на новых аккаунтах играть. Поэтому, исходя из этого, если ты будешь их интенсивно апать, фармить и играть на основе, скорее всего, ты уйдешь вперед. То есть это я проясняю, если я принимаю вызов, то я не буду...
не буду, короче, гнаться за скоростью фарма. Поэтому, смотри, я принимаю, мне самому интересно, что с этого получится. Я продолжу их фармить при любой возможности. Задолбали вы меня убивать, мрази. Вот. Я выживу. Кто-то сдохнет, а я выживу. О. Нет, я не выжил. Сложно. Я не буду тратить боксы на своем основном аккаунте, но при этом я не буду задротить там, чтобы постоянно поднимать. У меня сейчас 1000 кубков на основе. Кстати, лови, короче, фишечку. У меня 400 боксов на пути сундуков. А у тебя? Хотя я знаю, сколько у тебя. Ты немножко отстаешь. Я знаю. Погнали в бой. Еще один. Не договорю. Короче, я, в принципе, все сказал. Я принимаю челлендж, но... Но, блин, я не уверен, что я буду... Это иди гуляй. Я буду задротить и пытаться быстрее тебя на фарме 10 тысяч. Это вряд ли. То есть, пройдут года, у меня появятся внуки, мини-пека женится, уйдет в армию, не знаю, что угодно произойдет, но я еще буду фармить в это время 10 тысяч сундуков. Челлендж прикольный, я думаю, что мы с тобой как-нибудь до этого дойдем. Но единственное, что... Давай придем в себя, прекратим эту с кликбейтами историю. Господи, я ненавижу Brawl Stars! И продолжим с тобой обратно фармить боксы на пути сундуках. Сейчас у меня, подождите, надо пукан потушить, фух. Хотя ладно, я готов. Короче, Серега понял, надеюсь, что я хотел сказать. Все, давайте я затащу катку топ-1, окей? Потому что у меня вулкан. Фу. 10 тысяч. Я, конечно, многое видел и слышал, но такого я не ожидал. 10 тысяч. До сих пор не верю. Ладно, может он сейчас проспится, да скажет это случайно, не в трезвом виде записывал. Ну, мало ли, разные, блин, 10 тысяч, серьезно? Мне аж интересно, что с этого получится. Но! Я 100% не буду их задротить, чтобы быстрее него нафармить. Знай, Серега, если ты нафармишь, если ты будешь от меня отрываться в фарме, ты пинаешь лежачего, потому что я в этой гонке не собираюсь интенсивно участвовать. Ну, типа, на скорость это делать. Я не буду тратить, я буду их фармить, все дела, билетики там покупать. Ну, побойся бога, Серега, ну 10 тысяч, ну ты... Блин... Ты совсем хочешь похоронить личную жизнь в Brawl Stars? Вряд ли до этого момента уже досмотрел. Серега, если ты до момента досмотрел, напиши «Холдик любит сундуки» в комментариях, пожалуйста. Ну правда, мне будет приятно, я тебя лайкну. Если ты до этого момента досмотрел ролик. Ну вряд ли, ну ты, если ты просто понимаешь, если ты этот комментарий напишешь, я буду осознавать, что ты 8 минут смотрел мой ролик. 8 минут! Серега ауру, капец. Ну вряд ли. Вряд ли, это ж Серега там первые 30 секунд посмотрит и все, и выключит ролик. Тихо! Куда я лезу на 9-баночного персонажа? Хопа! Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И тихо, я в домике. Так. Все, Серега, больше к тебе никаких вопросов и ответов не будет. В принципе, можешь на этом ролик выключать. Будет прикольно, если он уже выключил его в начале. Опа, здорово! Здорово, бандит! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, чё, кого? Все, видите, да? Как только я собрался, сразу пошла жара. Оп-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Оп-ля! Победа! Серега, у меня тоже банки. Плюс 10 трофеев. В общем, братан. Я принимаю этот безумный челлендж. Это безумие. Я надеюсь, ты не будешь там терроризировать меня видосами. Холдика, у меня уже 2000. Холдика, у меня уже 3000. Оставь в покое, пожалуйста, эту идею. Давай просто не спеша, потихонечку. Просто копить их, но не делать это как соревнование. Ну, серьезно, я манал. Но я принимаю твой вызов. Посмотрим, что будет дальше. Все, цепочку на ответках, надеюсь, мы прерываем только в кликбейтах, а в проекте мы продолжаем.
Вот. На этом все, ребят. 400 боксов. Жду, когда Серега меня догонит на пути сундуков. Это наш проект 1000... Проект 2000 сундуков, где мы должны с Серегой нафармить по косарю. И в конце этого проекта мы должны с ним будем запилить батл 1000 на 1000 сундуков. При этом вы смотрите, да, что мы бравлеров не выбиваем. Кстати, у меня пассивки не появилось. Не пассивочки пока в магазине не появилось. Как появится, обязательно куплю. Все, Серега, всего хорошего. Приду тебе привет. И удачи тебе в этом челлендже. Но я с тобой. Поехали.